Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Саша Джаггер. Еще один у нас нестандартный автозвуковой обзор. Я вообще люблю модифицировать акустические системы своим знакомым, которым это не нужно, но так как, увы, они знакомы со мной, они это делают. Мы имеем автомобиль. Автомобиль семейный. Это моя любимая категория людей, которым машина именно нужна по их прямому предназначению, где, по сути, нельзя использовать багажник на всякие шалости и прочее, но хочется, чтобы что-то играло, какой-то поставить сабвуфер. В общем, мы сюда поставили вот такого вот плоского малыша. Это DL Barracuda. Активный сабвуфер. DL делают уже сразу готовые комплекты с проводами, с регулятором, что немаловажно. То есть, если, например, у вас будет в салоне маленькие дети и... Ну, не все маленькие дети разделяют какие-то громкие бубнящие басы. Убавляем. Я опять падаю в бездну, знаю там места. Там нету камер, люди копят капитал. Там темный лес, коп ходит по пятам. Нет, мы не гэнгсты, просто кайтим на битах. Я опять падаю в бездну, знаю там места. Там нету камер, люди копят капитал. Там темный лес, коп ходит по пятам. Нет, мы не гэнгста, мы гориллы на битах. Раздираю шины и тормоза. Мы прогоняли на этом сабвуфере разные треки, то есть и по герцовке, как и какие-то низкие обработки, так и обычные, вот, которые вы можете там, например, услышать ВКонтакте. То есть сразу могу сказать, если вы любитель послушать что-то там пониже, в более в таком в жестком спортивном режиме, все-таки надо будет подзапариться и, скажем так, выделить весь багажник под сабвуферное звено. Хозяин отметил, что очень удобно, когда возишь маленького ребенка, убавил. Вот, а когда уже условно надо отвести душу, прибавил в шишку и едешь и довольствуешься. Но как такового дискомфорта у окружающих, например, в потоке там, то есть мы живем в большом городе, у нас здесь бывает довольно-таки в час пик оживленное движение, все стоят, все на нервах, все сигналят, в общем, дискомфорта не доставляет. То есть никогда вот так вот пальцем у виска не крутили, как это делали мне в свое время. Итак, в чем главное отличие вот именно активных сабвуферов? Там все идет комплектом. Там все максимально универсально, чтобы вы поставили, когда включали музыку, вспоминали, что он у вас есть, сабвуфер стоит, а когда условно эксплуатировали багажник в нормальном штатном режиме, ну, вы попросту даже не замечали. А модели бывают разные. Бывают вертикальные сабвуферы, подседельные сабвуферы. Вот такие вот плоские решения. Главный плюс вот всего, вот давайте вот сейчас вот все, стоп, забыли все, что я говорил. Это регулятор салонный. Когда надо убавили, когда надо прибавили. На него сверху, на корпус сабвуфера можно также накладывать всякие там пакеты, вещи из Ашана. Ну, самое главное, чтобы они у вас не протекали и так далее. Это недорого, то есть вы не заморачиваетесь ни с проводами, ни с корпусом сабвуфера, ни с расчетом. То есть все за вас посчитали, вы берете комплект, везете этот комплект в установочный центр, все, забираете машину.